Из-за засухи в некоторых регионах области остро стоит вопрос об обеспечении животных кормами. На данный момент в северном регионе заготовлено только 40% сенажа, 68% сена от общего плана. Подробности в сюжете. В 2021 году ожидаемая численность поголовья животных, входящих в зимовку по области, составит 390 тысяч голов крупного рогатого скота, 430 тысяч голов мелкого рогатого скота и 134 тысячи голов лошадей. Для поддержки подсобных и малых семейных хозяйств проводятся ярмарки по фиксированным ценам. Розничные цены на заготавливаемое сено в районах области составляют 15 тысяч тенге за тонну, а трубей от 20 до 45 тысяч тенге, зерноотходов от 40 до 50 тысяч тенге за тонну. Всего проведено 29 ярмарок с участием 250 хозяйств. Реализовано сено 881 тонна, зернофураж 186 тонн, а трубей 42 тонны. На предстоящий зимний период для обеспечения кормов всех хозяйств области планируется заготовить 850 тысяч тонн сена, 793 тысяч тонн соломы, 765 тысяч тонн фуража, 193 тысяч тонн сенажа и 194 тысяч тонн силоса. На сегодняшний день заготовлено 578 тысяч тонн сена, или она составляет 68% от плана. Сенаж при плане 193 тысячи тонн заготовлен на сегодняшний день 76 тысяч тонн, или же 40%. А заготовка силоса будет проводиться во второй половине августа. Также с руководителями агроформирований заключаются меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам. Многие сельхозпредприятия области обеспечивают население кормами за счет паев и реализуют его по льготной цене для своих сотрудников, а также для категории пенсионеров и малоимущих лиц. По обеспечению работы зерноуборочных комбайнов вблизи населенных пунктов без измельчителей. Если в практике это применялось ежегодно, то солома измельчалась, ощущался дефицит, поэтому в текущем году в связи с погодными условиями необходимо, чтобы сельхозтоваропроизводители именно оставили тот объем, который потребуется для дальнейших кормов сельхозживотным. Данный вопрос тоже у нас на контроле. Дополнительная заготовка сена производится на естественных сенокосах и на особо охраняемых природных территориях на общей площади в 6 тысяч гектар. Данные меры позволят своевременно, качественно обеспечить зимовку скота текущего года. Мадина Нуркина, Адиль Нуржанов, служба новостей.